Пирамидка радуга развивает мелкую моторику рук, координацию движений, умение различать цвета, первоначальные счетные навыки. Пирамидка состоит из платформы, 15 цветных деревянных шариков, все они из натурального дерева. В комплекте также прилагается шнурок. Пирамидка рекомендуется детям с 3 лет, но мы начали уже с 2-летнего возраста, так как нашему малышу очень нравилось нанизывать шарики на шнурок. Делать из них бусы. Причем можно предложить ребенку не только нанизывать шарики какого-то одного цвета, но и при развлечении, например, красного-оранжевого, предложить по очереди нанизывать данные шарики. Или же можно предложить красный с желтым чередовать. Также очень полезно при дифференциации цвета. Игрушка сделана в России.